интересно. А ты сейчас будешь или ты сейчас нет? Я же ничего не взял. А с Олегом ты не созванивался с тем? Ну, помнишь, что с нами было тогда? Ну, у меня телефончик есть, я с ним не созванивался. Ну, что-то тоже давненько не заезжал с того года. Да, ну, толпой интересно, потому что я хочу сюда тоже пацанчика взять, он такой боец. Не, ну тут таких, чтобы жестких, тут у нас нету. Ну, не, ну есть, но не сейчас. Не, это такой, он по чемпионатам ездит. Не, ему тут просто будет неинтересно. Ну, вот у нас, потому что все такие, кто травмирован, кто там уже в возрасте, кто там вообще, ну, не тренируется. А с видишь, чисто вот любительский этот. Если серьезная подготовка, тут не, нечего. Не знаю, я с ним дерусь, хотя я сам не боец. Но я с ним... Не, ну у тебя физуха, блин, не, ну... Партнер, я с ним работаю. Не, ну если он нормально работает, то знаешь, уманы без валива, то есть то тогда нормально. Пытань нема. Ну удары у него сильные, но в принципе я от них могу вернуться, главное видеть. Не, ну короче, идея в чем, чтобы не без травм, знаешь, что-то обошлось, потому что у нас тут народ такой не спортсмен, а любители чисто здорового образа жизни, чтобы никто тут не помер, блин. Алло. Ну давай, на ринг. Что я там привык уже жестко работать, там пацаны бьющие все. А у нас тут ребро сломают мне, тут шишень. Да эти варите. Не, ну у вас там рисовая какая там? Ну, потому что у нас такого. Ну, не, ну... 70 у нас так. Ну ты ж больше, ты где-то 80, да, или сколько? Да не, я уже 70 стал. То 75 весил, да. Я 73 или 74 где-то. Вот у меня где-то так, да. 73-74. Не, ну просто ты, да, ты их предупреди, если вдруг, ну, чтобы не рассчитывали, знаешь, что, типа, тут смертоубийство, тут бац. Не, я им сказал, да. Ну, тут есть несколько таких жестких человек, ну, блин. Не, у нас тоже ходит, там, я не знаю, человек, если взять 10, то вот боец один остался. Некоторые бойцы перешли к другому тренеру, остальные вообще не бьющие, вообще, они даже некоторые ударов не знают. А, да. Так вот уходят, да, я с ними занимаюсь, бывает. Тренер это кидает.